жила в Чищобе среди диких зверей. Выжившая после скитаний по лесу женщина дала эксклюзивное интервью «Телефакту». Капитальный ремонт оказался косметическим. Как наказать подрядчика? Рецепт от Госдумы. ЗАГС Собрание области – полчище покемонов. Новая волна игромании захватывает мир и южноуральцев. Больше грязи, меньше болезней. Челябинцам предлагают намазаться лечебной жижей пожирнее и погуще. Добрый вечер. Вы смотрите информационную программу «Телефакт» в студии Анна Андронова. Спонсор выпуска – цирковое шоу «Гиппопотамус». Новый директор Гринфлайта готов вернуть деньги дольщикам. Обратно средства, закупленные квартиры, получат те, кто заплатил меньше половины нужной суммы. Остальные намерены ждать окончания строительства. Накануне новый директор Гринфлайта Олег Лакницкий пообещал сдать 2 дома в ноябре этого года. По остальным объектам составят график. Люди могут рассчитывать и на неустойку из-за срыва сдачи сроков домов. На данный момент свои квартиры не могут получить больше 4000 дольщиков. Напомним, накануне в Челябинск приезжал генеральный прокурор страны Юрий Пономарев. Большой чиновник настаивал, чтобы на руководство, которое довело фирму до банкротства, завели уголовное дело. Пробка на выезде из города. Челябинцы спешат покинуть мегаполис и скорее оказаться на даче или у озера. Причина затора в дорожном знаке. Наш корреспондент Алена Павлова находится на пересечении проспекта Победы и улицы Бажова. Алена, в чем же причина пробки? Здравствуйте, Анна. Конец рабочей недели, и многие челябинцы уже стараются уехать из города. Кто на даче, кто на базы отдыха. Сейчас в сторону выезда на Протокомакский тракт уже есть пробка. Но, однако, многие водители лояльны друг к другу. Они пропускают других, если те ошиблись. Но ситуация усложняется с каждой секундой. А дело в том, что на перекрестке стоит светофор. По его дополнительной секции поворачивать можно только с левой крайней полосы. Водители, выезжая на перекресток, останавливаются, пропуская пешеходов, а некоторые даже нарушают и поворачивают с других соседних полос, мешая водителям, тем самым создавая затор. Многие челябинцы предлагают здесь поставить знак направления движения по полосам. Я один из тех, кто нарушает. Я постоянно вынужден вставать в среднюю полосу и поворачивать с нее налево. Потому что вот эта пробка, она стоит вообще вот до Валдайской. И из-за того, что в одном ряду стоит пробка, а в другом машины, ну, достаточно серьезно уже едут, то выезжая на Валдайскую, кто-то пропускает, там постоянно происходят аварии. Сейчас в городе наблюдаются небольшие пробки. Тем автовладельцам, которые еще не уехали из Челябинска, стоит поторопиться, так как машин прибывает с каждым разом все больше и больше. Водителям также могут помешать и осадки. С минуты на минуту должен хлынуть ливень. Анна. Спасибо, Алена. Тем, кто еще не собрал вещи на поездку за город, пока лучше не торопиться и переждать заторы дома. Спасли охотничьи припасы, спрятанные в глухом лесу. Пропавшая месяц назад Екатерина Смердова рассказала подробности своей леденящей душу истории корреспонденту «Телефакта». Женщина и не надеялась выбраться из чащи живой, но ее нашла супружеская пара туристов. Маргарита Хижняк встретилась с выжившей. Плачешь? Да. Ну, сейчас только слезы от готовки, да. Счастье будет, радость. После месяца заточения в непроходимой Чищобе обычные человеческие радости трогают Катю до слез. В свои 29 лет девушка прошла самую настоящую школу выживания. Телевизор, столовые приборы, газ. Еще вчера для женщины это было дикостью. Вот и земляника попадается немножечко, которую я ела, собирала. Но сейчас, конечно, не хочу есть, уже наелась за все это время. Екатерина Смердова пропала 15 июня. Девушка отдыхала в компании друзей на опушке леса. Но когда захотела вернуться домой, знакомые ей отказали. Тогда она решила выбраться из чащи самостоятельно. Шла целый день, думаю, что-то не то уже. Мы ехали максимум от пригородного вот этой полянки полчаса-полтора. Измученная жаждой и голодом, женщина набрела на заброшенный охотничий дом. Внутри нашла припасы. 0,5 кило макарон, ракушек и 800 граммов риса. Еду размачивала в холодной дождевой воде. Ну там, да, мыло хозяйственное было, я днем умывалась, лицо мыла, руки, ну, как, ноги-то никак не помоешь, потому что воду экономила. Еще была теплая одежда, которая спасала девушку в холодные ночи. Ни календаря, ни часов в заброшенном доме не было. Ориентировалась девушка только по солнцу и мысленно считала дни, чтобы окончательно не сойти с ума. Когда вот ветер дул, вот когда ходила, искала колею, ветер подует, кажется, кто-то где-то разговаривает. Руха, когда падала, тоже страшно было, особенно по ночам.
Ночью иногда страшно было, кто-то где-то что-то грызет, не понимала. Потом узнала, что там мышки живут. На поиски Кати были брошены все силы МЧС. Вертолеты, волонтеры и родители искали девушку каждый день. Прочесывали окрестности и близлежащие леса. Сама выжившая, так окрестили Екатерину Смердову в интернете, проходила десятки километров в поисках людей, но всегда возвращалась в одно и то же место. На 28-й день женщина набрела на ягодников, супружеская пара туристов, и отвезла женщину домой. Сразу же мама, я живая, голос изменился, я не узнала ее, потому что если бы она не сказала кодовое слово «Кира», как там Кирочка у меня, я бы голос не узнала. Однако в интернете нашлись и недоброжелатели, которые не верят девушке и предполагают, что шокирующую историю семья попросту выдумала. А мне вот интересно, а телефона у нее не было? Да, погуляла, наверное, где-то на славу месячишка. Красивую сказку придумала. Это ж сколько там макарон было. И как же их грызть месяц сухими? Может, сразу бункер с продуктами на столе? Как доказательство, Екатерина показывает ноги. Ступни стерты в кровь от долгой ходьбы, голени искусаны насекомыми. Ну, тот сапог грызено, это мошки кусали, то что. Главной наградой после долгих скитаний по уральским лесам для Кати стала встреча с двухгодовалой дочерью. Именно мысли о маленькой Кире женщине не дали сдаться и опустить руки. Маргарита Хижняк, Степан Абаимов, Телефакт. Чуть позже в студии появится бывалый турист Леонид Волков и расскажет, как выжить в лесу, если ты заблудился. Пока к другим темам. Щедрый жест или роковая ошибка? Одинокая пенсионерка рискует остаться без крыши над головой. Свою квартиру она подарила сиделке. Это подтверждает дарственный документ. Вот только бабушка мечтает вернуть жилье назад и уверяет, помощница обманула ее, заставила подписать отказную и теперь пытается жить сосвету. Александра Артамонова наведалась в квартиру, которую никак не могут поделить, и попала на настоящее судебное заседание. С вашей стороны будут просьбы к суду? Единственная просьба, честно, отсудить мою квартиру. У Людмилы Барановой впервые за долгие годы много гостей, вот только причин для радости нет. Журналисты, судебные работники и родственники, которых Людмила Николаевна не видела уже лет 10, пытаются разобраться, как пенсионерка в 83 года стала бомжем. Свою трехкомнатную квартиру женщина подарила. Своей сиделке та завела разговор со старушкой в поликлинике 6 лет назад. И с тех пор прочно вошла в ее жизнь. Обещала ухаживать и кормить. На деле, уверяет бабушка, обманула, заставила написать дарственную и сбежала. А она вам обещала ухаживать как? На бумаге, на словах? На бумаге. А где эта бумага? Она у меня украла эту доверенность. Людмиле Николаевне еще повезло. Из квартиры ее пока не выселяют, зато подселяют соседей. Сиделка Нина Афанасьевна уехала, мол, проблемы со здоровьем. Так в доме появилась няня на замену, Соня. То есть, получается, вы сейчас здесь проживаете, да? Да, я живу, и я ухаживаю, и я ее кормлю. Я в другом месте жила, там в этой ходили, в этой, к врачу. Познакомились. Не, бабушка не выходит из дома, вы как познакомились? Нет, я же говорю, с Афанасьевной же познакомились. Что она вам сказала? Что бабушка иногда, вот я чтобы ходила, ухаживала, пришла, ухаживала. Может, что-то хотите? Там племянник Миша. Миша – это тот самый племянник из Латвии, который почувствовал неладное, когда тетя перестала выходить на связь. Он связался с челябинской знакомой и попросил навестить бабушку. Она сказала, что моя собака живет лучше. Ни еды, ни нормального ухода, ничего. А еще когда выяснилось, что госпожа Каменская забирала всю бабушкину пенсию, Лена сказала, что я не выдерживаю, я иду писать заявление в полицию. Вы поймите, я живу далеко. Мне эта квартира, никогда на нее не претендовал. На время судебного заседания, которое проходит прямо в злополучной квартире, Людмиле Николаевне до суда не дойти, болят ноги, всех посторонних просят удалиться в коридор. Тех, кто может повлиять на бабушку, племянника, няню Соню, Елену, которая первой забила тревогу. Адвокат Нины Каменской, которую Людмила Баранова обвиняет в мошенничестве, берет слово. А к чему вы готовились? Вы столько вопросов мне задаете. К каким вопросам вы готовились? Что я сделала не так? Что вы сделали не так? Сейчас они предпринимают попытки признать бабушку невменяемой, но тем самым можно сделать вывод о том, что даже в случае того, что бабушка подписала договор дарения,
данную сделку будет еще проще признать недействительной. Стороны разделились на два лагеря. Одни уверяют, сделка законна, дарственное доказательство. Вторые парируют. Бабушка не понимала, что делает, плохо видит, читает с трудом. Шум, споры, борьба двух сторон за жилплощадь в 50 квадратов. И в центре событий одинокая пенсионерка, которая раньше словом не с кем было перекинуться. Племянник Михаил уверяет, заберет тетю в Латвию поближе к родне, независимо от того, чем закончатся тяжбы. Гости покидают поле брани, а Людмила Баранова, оставшись одна, предлагает журналистам снять у нее комнату. Пока она еще тут, пусть условно, но хозяйка. Александра Артамонова, Евгений Нигматуллин, Телефакт. Собственникам квартир на заметку розовых свидетельств больше не будет. С сегодняшнего дня в силу вступил закон, по которому госрегистрацию прав на недвижимость будет подтверждать только выписка из единого госреестра. Ведомство переходит на электронный документооборот. Усложнят ли новые правила жизнь южноуральцам, расскажет Екатерина Жданова. Розовых свидетельств больше не будет. С сегодняшнего дня отменяются свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Теперь право на тот или иной объект подтверждает лишь один документ – выписка из единого государственного реестра. Представители ведомства и юристы утверждают, что для граждан практически ничего не изменится. За исключением того, что получать выписку придется каждый раз, когда это требуется. Например, при оформлении банковского кредита под залог квартиры. Но есть плюс. Выписать необходимый документ на жилье, скажем, в Москве, Сочи или во Владивостоке, можно будет в любой точке страны. Заказать ее можно через официальный портал росреестр.ру и лично в офисе приема заявителей. И на бумаге, и в электронном виде. Документ предоставят в течение 5 рабочих дней. Банки, страховые компании и нотариальные конторы не будут требовать от граждан свидетельства о собственности. Эксперты поддерживают решение федеральной службы. За последнее время участились случаи мошенничества, когда из-за поддельного свидетельства продавали одну квартиру по несколько раз. Запись в реестре же гарантия безопасности. Как сходить в турпоход и остаться живым? Об этом поговорим в студии с туристом и краеведом Леонидом Волковым. Леонид Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Люди продолжают теряться в походах каждый год. В чем все-таки основная ошибка таких туристов? Ошибка в том, что народ просто не представляет, куда он идет. То есть, если тенденция современная, как бы новичков тоже много в лес, народ в лес потянулся, то есть кто-то руководитель знает, а другие кто-то отбился и теряется. Это основная причина. Угу. То есть, все-таки незнание местности, скажем Конечно. Так, да? А какие признаки могут помочь сориентироваться, выйти к людям, выйти к какому-то населенному пункту? Очень хорошими признаками, то есть линейные ориентиры чаще всего, то есть это дороги, это может железная дорога, автомобильная дорога, ручьи, хотя по долинам речки, например, трудно пробираться, но тем не менее она все равно куда-то к людям выведет. Все-таки вот в случае реки идти по течению или против течения, или не имеет? По течению, конечно. Она вытекать может там неизвестно откуда. То есть, то есть, а река, она пересечет, там, дорогу пересечет, там, деревни выведет все равно. Ну, если предположить, что человек все-таки заблудился в лесу и несколько дней там находится, что можно есть, а чего нельзя касаться? Есть... Очень такой, то есть, ну, во-первых, надо просто знать, какие растения, вот лилия, саранга, там, то есть, еще что-то, там, корень лопуха достаточно интересно. Самый такой ходовой, мне как-то понравилось, я пытался этим делать, это вот береза, вот у нее слой, который между древесиной вот этой круглой и корой белой, вот этот рыхлый слой, там, он несколько миллиметров, он очень, его жесткий, сухой, но говорят, что питательный. Утоляет голод, да? Его можно как-то, да, есть. И растения, видимо, такие, те же ягодники даже, вот если ягод, например, нету, даже просто сами ягодники, ту же самую там бруснику жевать, еще что-то. То есть оно все равно как-то это восполнит. И на самом деле человек очень долго может голодать. И... А пить? Вот пить можно из реки, из водоемов? Пить, во-первых, те у нас таких застойных особо нету. То есть, в принципе, это пить можно. То есть процедить даже сквозь одежду где-то, если есть возможность. А в принципе, практически лесной ручеек, практически из любого можно пить безопасно. А вы сами попадали в такие ситуации? Бывало, что блуждали где-то? Ну, я не просто блуждал, я специально себя в такие ситуации иногда так загонял. То есть, да, как бы так. Я очень много в одиночку ходил, но это тоже все было постепенно, то есть я к этому шел, и вот это вот наработки какие-то были. Например, когда ночевать ложишься, просто я беру пальцы туда, вот запускаю, главное, чтобы сырости не было, просто вот в почву, как говорится, пальцы запустил, пощупал, сухо, тепло, хорошо, вот.
На камне нельзя спать, потому что он камень высасывает тепло это. Можно там веток наломать, от лапника настелить. То есть это вот для ночевки такое место подобрать. Укрытие можно соорудить, угу. Тоже ветки там. Да. Так. Понятно, спасибо большое, Леонид Дмитриевич. Я напомню, что в студии мы говорили с Леонидом Волковым, туристом с 20-летним стажем. Память первого губернатора Челябинской области увековечили на Челябинском металлургическом комбинате. В честь Петра Сумина установили мемориальную доску. Ее изготовили из бронзы на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. В этом году исполнилось 70 лет со дня рождения всенародного избранного губернатора. Свой трудовой путь он начинал именно здесь, помощником столевара. Супруга Петра Ивановича Ольга Сумина после в беседе с журналистами рассказала, какую роль сыграл комбинат в жизни губернатора. Отсюда он начал свой трудовой путь и жизненный. Понимаете, здесь он стал формироваться как руководитель, как именно вот как мастер, как металлург. Поэтому для него предприятие, этот завод, это не просто вот слово. Это, ну, можно сказать, его судьба. На этом заводе Петр Иванович прошел путь от рабочего до руководителя. И даже после, уйдя в политику, всегда переживал за судьбу комбината. Петра Сумина не стало 6 января 2011 года. Напомним, он был избран губернатором Челябинской области. А сейчас о погоде в городе. Выходные – не время для выездов на природу. В Челябинске будет пасмурно, местами грозы. В субботу температура воздуха прогреется до отметки в плюс 22 градуса. В воскресенье ливни – 24 градуса тепла. Нелегалы бегут с наезженных маршрутов. Сразу несколько частников, испугавшись проверок, решили сегодня не выезжать на городские улицы. Так перестала ходить маршрутка номер 82, аэропорт, железнодорожный вокзал. В управлении транспорта заменили ее на 41-й автобус. Далее минута рекламы, а после еще больше новостей. Смотрите во второй части «Телефакта». Почему курганская грязь лучше челябинской? Ответ знают больные неврозами и сердечной недостаточностью. Полицейские жалуются на покемона манов. Что за вирус и можно ли ему противостоять? Дом после капитального ремонта не продержался и года. У здания рушится фасад, трещат по швам стены. Жильцы в шоке, подрядчик разводит руками. Жители квартир попросили разобраться в ситуации депутата Госдумы Владимира Бурматова. Чем закончилась встреча парламентария и рабочих? Наш корреспондент оказался посреди двух огней. Вот это называется дом после капитального ремонта спустя полгода. В шоке депутат, растерянный жители. Не прошло и года, а фасад дома рассыпается. Подрядчик клялся, после капремонта красивым строение простоит как минимум два десятилетия. Однако сразу после сильных дождей штукатурка начала отваливаться кусками. Капремонт сделали, и получается, это не капремонт получился, а косметический. Участками, где дыры были, их залатали. Побелили, и мы так радовались, такие счастливые были какое-то время. Вот так дом выглядел всего несколько дней назад. На стенах потеки и дыры. Люди пожаловались депутату, ревизоров опередили коммунальщики. К проверке подготовились, закрасили дыры вместо того, чтобы заштукатурить. Это показуха и попытка просто скрыть вот недоработки подрядчика. Работы должны быть переделаны за счет подрядчика. Представитель подрядной организации парирует. Работу выполнили на отлично. Виной всему отсутствие навесов на крыше. Но работы были выполнены по ремонту фасада в полном объеме и согласно сметной документации. Работы, предусматривающие защиту этого козырька, не были предусмотрены в проекте и в сметной документации. Но переделать работу все же придется. Капитальный ремонт имеет гарантию 5 лет. У рабочих есть 2 месяца на то, чтобы исправить ошибки. Владимир Бурматов обещал еще раз провести проверку. Если подрядчик не справится, придется отвечать в суде. Артур Ишпылатов, Александр Соколов, «Телефакт». В законодательном собрании области нашли покемонов. Это маленькие персонажи из одноименного мультфильма. Покемономания свела полмира с ума. И Челябинск не обошла стороной. Охота на монстров в дополненной реальности опасна, уверяют психологи и полицейские. Что сулит мобильный вирус? Симптомы и способы лечения узнала наш корреспондент. Стой.
Ну, иди сюда. Походкой зомби, уткнувшись в телефон, передвигаются жертвы новой игры. Вирус опаснее Эболы. Так характеризуют покемономанию психологи. Виртуальную болезнь за неделю подхватила полмира. Челябинск не отстает. Студентка Евгения Шляхина не выпускает из рук смартфон. Задача завладеть покемоном. Цель оправдывает любые средства. Девушка готова на все. Извините, у вас тут покемон спрятался. Я сейчас найду и уйду. Быстро. О, вот. Игра с элементами дополненной реальности Pokemon Go вышла 2 недели назад и уже побила все рейтинги по скачиванию. Задача игроков – ловить виртуальных мульчашек в реальной местности. Покемоны могут прятаться абсолютно везде. Они могут быть хоть у вас на голове, хоть на дереве, хоть в той мусорке. Ваша задача – главное – догнать их и поймать. Поймать достаточно сложно. Лицензионной версии в России пока нет. Челябинцы пока довольствуются пиратскими копиями. В США и Европе на игрушку подсели миллионы человек. Так сотрудница одного из телеканалов во время прямого эфира помешала ведущему прогноза погоды. Женщина гналась за покемоном. Предприимчивые иностранцы уже сдают в аренду дроны для поимки мультяшек. Ради покемонов игроки готовы нарушать закон и сами подвергаться опасности. Виртуальный Пикачу может внезапно оказаться под колесами машины, в унитазе или на крыше многоэтажки. Уже есть массовые случаи аварий и переломов. Психологи уверены, что игромания делает из человека нелюдима. Эти люди, им очень сложно в обычной жизни, да, потому что они находятся уже, вот что называется, на этой игле. Да, и с этим людям очень трудно взаимодействовать с другими людьми, находить общий язык и как-то подавать себя, потому что они не знают, как. Беспокойство психологов разделяют и полицейские. Каждого третьего пешехода приходится возвращать из виртуальной реальности. Пешеход не должен отвлекаться от ситуации на дороге. Нельзя разговаривать по телефону, смотреть в телефон или другие гаджеты, чтобы контролировать ситуацию на дороге. Официально компания-производитель презентует игру в России только на следующей неделе. Депутаты Госдумы уже попросили Дмитрия Медведева запретить чиновникам играть в Pokemon Go. Анна Андронова, Роман Хатимов, Телефакт. Вместо курортов челябинцам предлагают избавиться от стресса и хронических болезней в грязи лечебницы. Пройти курс реабилитации теперь могут все горожане. Раньше медучреждение принимало только пациентов первой городской больницы, на базе которой находится отделение. Откуда везут грязь в Челябинск и сколько сеансов нужно, чтобы избавиться от депрессии, выяснила Валентина Яковлева. Мне сейчас начинает немного холодно быть. Чувствую, как холодок такой идет с ног до верха, до грудных клеток. Но пока ноги и кисти рук и ног пока не замерзают, что-то там трясется, я не знаю что. Вот. Миша Камынин в криосауне ничего не слышит, аппарат как скафандр. Медработник задает вопросы на пальцах. Через минуту процедура окончена. Тихо. Искусственный холод или холодный пар создается в газовом аппарате за 5 минут. Жидкий азот вызывает спазм кровеносных сосудов, а низкие температуры – состояние стресса и шока у организма. Сеанс криосауны длится до 2 минут. Температура внутри криосауны составляет -110-120 градусов. Эффект оздоровительный, общеукрепляющий. Криосауна действует на нервную систему, на эндокринную систему. Очень часто рекомендуют криосауну женщинам, которые планируют беременность. А этот кабинет врачи называют сердцем грязи лечебницы. Сюда направляют людей с дерматологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пациенты принимают ванны, приходят на обертывание как всего тела полностью, так и отдельных его частей. Лечебную грязь привозят с озера Подборный из Курганской области. Подогревают до 39 градусов, смешивают с водным солевым раствором. Процедура длится 15 минут. За это время поры раскрываются и кожа прогревается. Специалисты здравницы оказывают около 500 видов услуг. Такие процедуры заменяют пациентам с хроническими заболеваниями прием лекарств. Никаких таблеток, грязи, магнита, вода и лазеролечения. Пациент получает полный комплекс реабилитационной помощи, который заключается прежде это в консультации специалиста по профилю заболевания. Кроме этого, происходит консультация врача ЛФК, физиотерапевта. Раньше попасть сюда могли пациенты первой городской больницы, на базе которой и находится грязеводолечебница. С 1 августа здесь ждут людей из всех городских поликлиник по направлению врача. Валентина Яковлева, Роман Хатимов, Телефакт. А сейчас о погоде в городах региона. В выходные Небесная канцелярия не порадует.
Преимущественно в области будут идти дожди. В Кослях днем малооблачно, к вечеру дождь. Температура воздуха плюс 22 градуса. В Златоусте к вечеру тучи затянут небо и пройдет дождь. 21 градус со знаком плюс. Жителям Магнитогорска повезло больше. Днем ясно, к вечеру солнце затянут тучи. Но дождя синоптики не обещают. 25 выше нуля. В Троицке пасмурно, кратковременные осадки. Воздух прогреется до отметки в плюс 23. В Копейске ливни, плюс 20 тепла. Все, смотрите телефакты, делайте новости вместе с нами. По итогам недели мы выберем самого активного зрителя и наградим. Пишите нам также в социальных сетях, ВКонтакте и Одноклассниках. А я же с вами прощаюсь. До свидания.